Доброе утро, друзья. Слушайте, ну если вы хотите, чтобы ваше утро начиналось вот с этого, вот эти шумы, море, птички и никаких звуков автомобилей, машин, звуков каких-то людей, которые сопровождают, как правило, в большом шумном городе, то это место для вас. Мы сегодня в Мерсити и расскажем вам, точнее даже не расскажем, а покажем шикарный виллу. Итак, к продаже представлена мебелированная вилла 3+1 в популярном районе Мерсина Эрдемли. Эрдемли – это развитый центр одного из крупных районов Мерсина, где много зеленых парковых зон, прогулочных дорожек, набережной и пляжей. В районе есть все необходимое для комфортной жизни. Рынки, торгово-развлекательные центры, банки, рестораны, кафе, магазины, образовательные учреждения и многое, друзья, другое. Ну что же, двухэтажная вилла с фасадом в классическом стиле имеет общую площадь в 185 квадратных метров. Сразу хочу сказать о том, что мы находимся, естественно, на верхней, так сказать, палубе, на верхней террасе дома. Во-первых, ну, я думаю, что ни для кого, собственно говоря, не секрет о том, что есть энергия солнца, которую нужно, собственно говоря, впитывать. Соответственно, всю, практически много электроэнергии генерируют непосредственно вот электробатареи, вот такие вот, собственно говоря, солнечные. И хочу сразу сказать и отметить о том, что кондиционеры здесь инверторные. Это значит о том, что мало потребляют энергии. Пойдемте уже вниз и посмотрим, что у нас здесь имеется. Значит, это у нас второй этаж. Мы были на третьем, мы спустились на второй этаж. Ну, что здесь могу сказать? О том, что здесь три комнаты, две небольшие спальни. Ну, как небольшие? Большие достаточно. То есть одна гостевая хорошая, одна детская с отдельным выходом на балкон. Естественно, большой санузел, огромный. И, идите сюда, самый большой сюрприз, это, конечно, огромная, невероятно огромная спальня с отдельной зоной для гардероба. Просто спальная зона. Естественно, есть огромный санузел тоже, ну, для своего пользования. И, ну, так сказать, небольшой, ну, балкончик, которым, собственно говоря, можно выйти, взять чашечку кофе. Единственное, конечно, здесь нет вида на море. Хотя, ну, если так вот чуть-чуть выглянуть, то вон там видно. Но здесь больше доносится, конечно, слышите, птички. Идем ниже. Хороший, огромный встречает нас входная зона под названием гостиная, естественно, совмещенная с кухонной зоной. Ну, что про нее рассказать? Вы просто посмотрите и получите сами удовольствие, потому что здесь действительно можно хорошо и очень качественно жить. Все, что вы видите здесь, я имею в виду с точки зрения мебели, остается в вашем распоряжении, что называется. Все, наслаждайтесь! Это, друзья, ну что может быть лучше, нежели чем иметь свой собственный садик, свои розы и свой выход непосредственно к морю. Здесь до моря 50 метров. Нам, кстати, по секрету сказали о том, что сам комплекс огромный, на самом деле, я чуть позже расскажу про инфраструктуру и все прочее, составляет 80 тысяч квадратных метров. Про инфраструктуру объекта. Открытый бассейн, беседки, зона для барбекю, игровая детская площадка, открытая парковка и электрогенератор. А касаемо цены, то, конечно, смотрите, она указана в описании, но я так больше скажу о том, что вот если все в совокупности объединить, то счастье не имеет никакой цены. А это вилла, и это вилла тоже. Ну что, вот там парк, вон там море. И, как говорится, добро пожаловать в сказку. Ну что, друзья, убедились о том, что все близко и все, как говорится, special for you. Практически своя набережная, друзья, у вас под боком. Ну что же, удовольствие
Вы знаете, это, наверное, главное слово, которое можно здесь вот подытожить наш сегодняшний выпуск. Получайте удовольствие от всего, от того, что находитесь вот здесь, от того, что видите это море, от того, что чувствуете это солнце. Ну и, конечно, друзья, смотрите, какая вдалеке набережная. И она, естественно, вся для вас. Ну что, друзья, не знаю даже, чем закончить, а закончу, как обычно. Просто получайте удовольствие от жизни. И помните о том, что забота – это наш конек. Лига Real Estate. Увидимся.